Добрый вечер всем. 8 июня. Мы приехали вчера ночью в Карловы Вары. Сегодня начали отдыхать. Чудесный городок, очень красивый. Обратите внимание, какая архитектура зданий. Какие они красивые. Все разные. Ни одного одинакового нету. Цвета разные. Это мы находимся на колоннаде. На колоннаде. Недалеко отсюда наш отель. Называется Павлов. Вот на этой колоннаде, на этой улице находятся все источники минеральной воды. Мы их регулярно пьем, нам прописали. И сейчас направляемся принимать вечернюю порцию, вечернюю дозу. Русская речь здесь на каждом шагу. Такое ощущение, что временами что-то тут не русскоязычное. Только не из России, конечно. Из Германии, из Израиля, из Прибалтики. Вот такие красивые улочки. Мы находимся возле второго источника, вот в этом павильоне второй источник. 64 градуса его температура. Вот сверху красиво было сфотографировать. Да, какого верха? Сфотографировали? Ну, мы сфотографировали. Река Тепла, мост через нее, вот там фонтан. Сейчас подойдем поближе. Прямо в реке, из реки бьет фонтан, да не один. Их тут несколько. А в этой реке рыба есть. И много, и большая. А вдали темнеет лес. Отдельные елки там выглядывают, но больше лиственны. И она тут нашла приятеля. Возьми его за руку, чего ты стесняешься? Мы просто в восторге. Ходим, любуемся. И погода чудесная. 22 градуса. Это не 34 в Ростове. И не 28 в Израиле.